Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега. Мы продолжаем играть в XCOM Enemy Within: Долгая война. Продолжаем проходить. У нас построился гиперволновой декодер. У нас на повестке дня там происходят какие-то громобои, производятся. В общем, все круто. Все круто, пока никто не прилетел. Как только прилетят, все станет плохо. Огромный штурмовик, акция устрашения. Нет доступных перехватчиков. Мы уже профукали, мы здесь... сбили, да? Сбивали и какого-то здорового кабана. Блин. Ну, пойдем на акцию устрашения. У нас команда активистов уже готова выступать, скажем так. Поэтому... Да. Белло Хоризонте. Выслать рейнджер. И мы собираем прокачанных парней, старичков, скажем так, старожилов, чтобы нам коридор с множеством машин. Соберем, наверное, основной состав будет из старожилов всех, потому что надо тоже им периодически тряхнуть стариной, так сказать. А то они сидят в засаде готовые, а ходить не ходят, поэтому сейчас отправлю всех прогуляться. Давайте собираться. Итак, ребята, команда собрана. На это мероприятие у нас отправляется следующий состав. У нас идет... О, куда? Куда пошел? У нас идет Дмитрий Немо в роли ракетчика. Идет с большой пушкой, будет всех накуривать, всех этими ракетами, бластерами. Мне понравилась эта классная вещица, поэтому будет с нее спалить во все, кто шевелится. Дальше идет Татарин, пулеметчик, который давным-давно не ходил, наверное, уже мхом порос, поэтому надо его тряхануть немножечко, пускай развлечется. Сноровку потеряет ведь, классно же стреляет. Идет единственный человек, который у нас будет качаться, это Гадя Петрович, потому что у нее пси-опыт 815, и ей нужно будет идти следом за Анеттой Дюрант в пси-лабораторию, в эту пси-тренировку, и, соответственно, там прокачиваться. Васька Аноним в роли Железного Человека у нас выдвигается, тоже давно не ходил. Вадим Веремчук, топовый наш разведчик, ему нужно качаться, все хорошо. Надо, кстати, будет тоже отправить на всякие модификации их, и дальше смотрим. Идет у нас Костя Николаев в роли пехоты. Все стандартно, бластерная винтовка у него, бластер, прицел, бронежилетка и стеллатор плазмы. Плюс один к дамагу. Ну, два раза стреляет, мне посоветовали, говорят, зря не берешь. Ну, берем, юзаем. Командиром у нас выступает снайпер. Снайпер Влад Куракин с позывным Клац-Класс. 156 убийств, 38 заданий. Все круто. И... Макс Шаров штурмовиком будет работать, и на этот раз штурмовик у нас идет с дробашом. 16 мобильности у него осталось после всего обвеса, а обвес-то у него не кислый, ребята. Смотрите, титановая броня, хитиновая защита, которая минус 2 мобильности, титан броня тоже забирает мобильность, вот этот весь обвес забирает мобильность, но 16 еще осталось. Мне кажется, это круто. Итак, готовы? Поехали. Поехали. Съездим на акцию устрашения. Все равно, мне кажется, вот если бы панику не увеличивало, да, то можно вообще всех НЛО пропускать больших. Бразильские власти. И, соответственно, уже на месте с ними разбираться. Потому что это все равно проще, чем там 50 штук их мочить на сбитом НЛО. Центр. Рейнджер вышел на точку. Штурм один к бою готов. Мы? Жду приказа на выброску. Подтверждаю, рейнджер. Где можете мы? Начинать атаку. Огонь вести осторожно. Внизу гражданские. Повторяю. В зоне операции гражданские. Выдвигаюсь. Вадим. Вадим сразу спасает кого-то. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. А пойдет. Ты смотрите, жирный ты какой. Жирный-то какой. Эх, сюда бы гранату, а. Сюда бы гранатку. Ракетку. Так, что у нас есть? Мы можем, в принципе, кинуть. Блин, вот этот вот помешает мне. Этот мне помешает. Так. Ну-кася. Слушаюсь. Дмитрий. Какой у тебя радиус поражения мерзавцев? Так, по-моему, вообще неплохо будет. Ну-ка.
Так, Вадим. Вадим, пора теряться. Погнали отсюда. Погнали отсюда. Там какая-то злобная жирная скотина, да, у нас? В инвизе, причем. Давайте попробуем сейчас как-нибудь. Сколько их здесь? Там по-любому еще в инвизе кто-то прячется, но мне бы... Эх, гражданского-то прикурим, а? Гражданского мы прикурим, мне кажется. Да, так и будет. Но... Во славу земли, мужик, прости. Бабах! Пойдет. Пойдет просто там, я не знаю, сколько их там перебили, но немало, ребята. Вообще немало. Выдвигаюсь. Так, Вася, на передовую. Василий, на передовую, подожди. Вот сюда, пожалуйста. Бах. Держись, мужик. Не умер? Нормально, стоит. Так, теперь. Слушаюсь. Татарин подкрадывается поближе и... Вот сюда меточку. Ну, татаринские метки, это, ребята, это что-то с чем-то, да? Татаринские метки — это такая вещь, которая... Вандал. Завандаль его. Хорошо. Так, теперь. Спасти бы кого-нибудь надо, что ли? Спасти бы надо кого-нибудь, да? Тыры-тыры-ты-тыры-ты. А давайте ранэнган сделаем. Ранэнган сделаем, чтобы... Блин, тут запалим ведь контору. Тут по-любому, наверное, кто-то есть. И здесь нам никак не посмотреть, да? Черт возьми. Взлетаем. Давай. Прям высоко-высоко. Вот сюда, по центру, чтобы всех видеть. Погнали. Раз. Вас быщ. Прощай. Готов. Еще кто-то в инвизе по-любому остался. Черт возьми, надо как-то. Есть. Ладно, погнали. Ну давайте, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Макс у нас парень такой рисковый, поэтому нормально. Все хорошо. Мирный житель спасен. Боеготовность. Вдруг эта сволочь вылезет где-нибудь из инвиза, да? А тут Макс на боеготовности с пробивающими боеприпасами. Там справа еще кто-то. Роботы там какие-то топают. Два гражданских минус. А, ну одного из них мы порешали, да? Ну, вот тут прям их, смотрите, прям аж... Целая грядка стоит. Вот еще. Так, Вадим. Работаем. Иду. Погнали. Там кто-то есть. Привет. Привет. И опять гражданского тут, а? Смотрите, что. Прячутся. Просто прячутся за гражданскими. Дима. Эх, он не дострелит. На этот раз мы попробуем без него обойтись. Так, у нас есть снайпер с двойным выстрелом. Чисто технически это должно быть два покойника. Да? Так, давайте вот этого, который за укрытием сидит, сначала. Выбиваем. До свидания. Готов. Теперь...
дальнего тоже какого-нибудь. До свидания. Как хорошо. Пора рисовать звездочки. Как хорошо, Экзаль тут влипает. Так. Василий. Выхожу. Проходим. И просто с фланга им раздаем. Огонь. Есть. Неплохо. Неплохо. 58, 73, 73. Давай, Вадим, вот этого сможешь, нет? Эх, не туда ты целишься, дружище. Не туда ты целишься, дружище. Ясно. Ясно. Подходим поближе. Выдвигаюсь. Можно, конечно, вообще вот сюда вот, да? Но от трех будет очень больно, мне кажется. Поэтому бегом! Макс просто пробегает туда вперед. И здесь ждет татарин. Вас понял. Двигаюсь к цели. За полное укрытие. На следующий ход как раз двойной выстрел будет. Будет раздавать. О, привет. Привет, привет. Не зря мы ракетчика вперед провели. Вы только, самое главное, по нам стреляйте. Да не надо гражданских убивать, скотина. Он еще с автоматом Гаусса, прикиньте. Или с простым ли автоматиком. Экзаль-то обнищал. Обнищал. Вот дур... А, фу ты, я думал, гранаты сейчас сразу подзорвет вот этих вот двух. Думаю, прошаренный такой. Так. Работаем. Работаем. Так, Вадима. Низкий силуэт есть? Есть. Все в порядке, погнали. Здорово, пацаны. Здорово. Ну тут какой-то один. Один какой-то же. Ох ты ж, блин! Нас обстреливают! Уйдь! Больно? Но понеслась. Еще экзальт. Серьезно. Всех заагрили. Просто заагрили вообще всех, кого только можно. Ну, рашим. Рашим, козлов. Давай-ка. Ой, как хорошо, ребята. Как хорошо-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, вот этого не достаю почему-то. Слишком высоко летает, да? Там опять гражданский сидит. Халк. Ну. Ну. Халк. Крушить. Запускаю ракету. Давай. Бабах. Вот это ракетки. Это я понимаю. Это вообще душевно просто прилипает там им. Так, подождите, где у нас снайпер? У снайпера, к сожалению, одиночный выстрел. Так, подожди. Тогда сначала перезарядка. А на следующий ход уже двойным будем лупить. 76. 100%. 97. 100. Давай вот в этого. Бам. 14. Нормально. Так, Макс что делает? Макс делает вещи. На боеготовностях там вроде бы никого.
правильно? Мы свои, все путем. Мы свои, все путем. Убивай вот этого. Прощай. Что? И убивай вот этого. Спасибо. Прыгался. Спасибо. Теперь у нас Вася. Конечно, Вася. Интересно, он из-за машины увидит их, нет? Вот этих вот имеется в виду. Перехожу на другую позицию. Мне кажется, увидит. Все будет хорошо. Конечно, Вася. Так, минус ты. Да куда ж ты? 97%. Эх, я хотел его убить, а потом второго убить. Ну, в смысле, не убить, а стрельнуть. Ребятки, ну надо подсобраться, как бы. Немножко подсобраться надо, давай. Спасибо. Спасибо. Так. Здесь бы нам как-нибудь, например, вот так. Да, командир. А здесь мы не добегаем просто. Круто, чё? Круто, 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 круто. Тогда. Вот еще, кстати, гражданские. Тогда мы идем, например. Двигаюсь к точке. Вот сюда. Вот этого. Хорошо. Допрыгался. Ну и на следующий ход тогда мы разбираем двух сектоподов. Давайте вот сюда отправляем медика. Сколько хп у нее? Нормально, она в Титане сегодня. Медик сегодня у нас в Титане. А на следующий ход Вадим у нас подбегает. Мы его лечим. И он бежит спасать вот этого, да? Да, давайте. Вот так вот сделаем. Все. Ждем. Ну, третья ракета, наверное, войдет куда-то вот сюда вот. Вот уроды, а? Смотрите, что. Они не хотят воевать, они хотят убивать гражданских. Козлы. Да ну, что, правда, что ли? Там же висит на нем значок. Вот, смотрите, типа он в дыму. По Ваське не попал. Пошел вон. По Васе. Вася молодец, уворачивается хорошо. Ну, конечно, мазануть в 97% это крутовато, я бы сказал. Все на боеготовностях стоят. Ну, сейчас, я так полагаю, вот сюда вот ракета упадет, когда этот наестся, эти два должны это наесться. Точка под огнем. Это точка под огнем. Теряйся, несчастный. Тут гражданский стоит. Блин, сейчас он гражданского убьет этого. Смотрите, что творят. Вот этого бы хоть спасти. Нет, но его не дадут спасти. Вон что творят. Да еще гражданские тупые какие-то ломятся куда-то. Надо сразу ломиться вот сюда, в эту сторону. А они беспредельщики. Поехали. Поехали. Ку-ку. Куда-нибудь вот сюда, да? Чтобы и дрон еще наелся, и вот этих зацепило.
Погнали. Ну, конечно, Дима тут доставляет. На-ка. Ты еще взрывом накурила. Пойдет. Пойдет. Пора убивать. Подождите, какой пора убивать? Он же на боеготовности стоит, правильно? Тогда мы делаем вот так. Спасай. Лечи. Порядок. Лечи. Лечи как никогда. Еще разок. Давай. Хорошо. Все. Вадим. Вадим готов к труду и обороне. Ему бы вот сюда вот, да, сбегать. Спасти здесь вот этого несчастного. Слушаюсь. Погнали. Раз. Одним махом, двоих побивахом. Сразу две цели. И гражданского спасем, и с этого боеготовность снимем, да? И мы можем, наверное, еще одного гражданского спасти. Двигаюсь. Смотрите. Вадим просто спаситель. Медаль надо выдать за спасение. За спасение этих несчастных. Так. Куда мы идем? Снайпер, двойной выстрел. Давай, пожалуй, сектопода расстреляем. То мне что-то совсем не нравится. Давай еще разочек. Огонь. Спасибо. Спасибо. Выдыщ. Так, Макс, пришло твое время. Погнали. Вот работа штурмовика, да? Носится. Выдыщ. Уж его перевернуло там. Так, Вася. Выдвигаюсь. Давай, Вася. Выдвигайся. Чё тут, какие? Какие дела, пацаны? Лови. Пойдет. Дым, вонь, огонь. Вас понял. Вася мчится вперед. Конечно, Вася. Так, 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 вот, вот еще гражданский, но как его спасти? Непонятно. Стрелять-то больше некому. Стрелять-то больше некому. Уже иду. Все, да? Так, сколько здесь у него? Один остался. Два оперативника Экзальт. Ну, татарин. Давай. Давай, братан. Постоишь немножко. Теперь можно. Пошел. Кого-то мы убили, да? Придурок, нашел кого взрывать. Угу, молодец. А это такой, лолей, паника, паника. Татарин, не кричи. Не больно же. Это же не больно. Макс. Выдвигаюсь. Здрасте. Бам. Этот готов. Патронов все меньше. А много и не надо. Бам. Снял его. Я пустой. Все в порядке, шеф. Отлично, ребята, смотрите. Убито отлично. Потери отлично. Оценка хорошо. Просто тупо зарашили. Ну как тупо? Вы сами видели. Все точный расчет. Все прям продумано. Все идеально. Просто идеально. Все остались живы. Ничто так не укрепляет боевой дух, как хорошие вести. Ни одного подранка у нас. Ни одного ранения, ребята. Как мы сходили, а? Прям душевно. Правда, у нас всего 4, 2, 3, 4, 5. 5 обломков всего. Да, все остальное взорвали к чертям. Мы видим все. Нормально, пойдет. Модули спутниковой связи работают на предельной мощности. Требуется дополнительный модуль. Похоже, в Бразилию с Аргентиной мы опять поедем. Что у нас там?
Нельзя выполнить, нельзя выполнить. Ладно, ладно. С этими мы как-нибудь потом разберемся. Ну, на крайняк сходим на штурмбазы еще разок, да? У нас же есть эти ключи, то есть мы их уже накрафтили, поэтому все хорошо. И, соответственно, сходим, сплавов наберем, трупов, в конце концов, притащим еще продаваться, там, какие-нибудь тигры, пришельцев, еще деньги дополнительно. В общем, на базах-то полутаться можно вообще нормально, да? Поэтому я, ребята, надеюсь, что вам эта миссия понравилась. Прям душевно. Команда с прокачанными, вернее, команда прокачанных бойцов, эти все акции устрашения вообще на раз проходят. А тем более, когда это все в виде вот такой вот дороги прямой, да, где ни влево, ни вправо, вот мы просто идем и всех подряд сносим. Ну, еще карта есть там, типа моста такого, тоже дорога есть. Давно она, кстати, не попадалась. Ну, в общем, классно все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. С вами был Серега. Всем счастливо, всем пока-пока.